Так, здравствуйте, дорогие интернет-зрители. С вами снова Скувер и рыжеволосая Регина. Продолжаем проходить Дино Кризис, первую часть. Так, ну и сейчас мы держим путь. Здесь, видите, заслонку, как они говорят, нам открыли. Так, давайте-ка заглянем еще вот в этот ящик. Нет, ничего тут интересного нету. Ладно. Так, идем. Давайте к Крику еще заглянем. В Control Room. Так, что ты нам хочешь рассказать, друг наш? Не? Что? Не вижу здесь никаких признаков доктора. А, да? Это так, чисто тонко намекнул, что как бы вали-ка ты, Регина, за доктором, пока я тут. А, так, вот видите, нам красным мигает вон та дверь в коридоре рядом с сейвалкой. А, это хорошо. Такая подсказочка. Так, а здесь у нас лифт, но он пока не работает. Точнее, ID-карта не подходит. Наша. Так. Ладно, пойдем тогда сейчас откроем ту дверь. Так, это наш старый сейф. Офис управления. Так. Нет, сейваться пока не будем. Так, тут у нас... Оу! Так, да. Давайте вот так сделаем. Парнишку. Пришибем. Так, хотя с другой стороны, в принципе, можно его и не убивать пока что. Давай, ударься мордой. Нам надо вот сюда. Здесь у нас тоже заборчик этот. Вот, и бейся себе дальше. Так, 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 давайте сначала сюда зайдем. Это у нас уборная, туалет. О, хорошо, вовремя так положили. Медпак С. Можете полностью вылечиться. Хорошо. Хорошо. Так, здесь у нас можно пролезть через вентиляцию. Так, ладно, больше ничего вроде нету. Идем тогда вот сюда. Вы использовали ID-карту. Ну да, мы ее нашли, да. Комната стратегии. Ну-ка, что тут у нас? Тишина. Денег нету. Это радует. Так, дедикей взяли с буквой Е. Так, у нас два есть с буквой Л. Вскоре мы их применим. О, вот он. Вот. Портативный датчик отпечатков пальцев. Отлично. Устройство УП. Когда создается ID-карта, устройство нужно для ввода отпечатков пальцев. Отлично. Это хорошо. И сейчас вот вскоре нам понадобится... Так, еще штепсель взяли. Помните, мы цифры, я вам говорил, записывать и имена этих самых докторов там. Вот они нам сейчас понадобятся как раз таки. В эту коробку можно сложить медикаменты и амуницию. Вам нужен штепсель, чтобы открыть ее. У нас он есть. Да. Так, вот желтые коробки. В них, видите, тут есть и лечилки, и патроны. Отлично. Так, некуда пока патроны взять. Берем тогда ускоритель. Так, и куда медпак С пока поменяем? Сейчас давайте тогда что-нибудь скомбеним. Интересное. Так, у нас есть уже один ядовитый дротик. Так, снотворный дротик. А, с оживлением и можно его скомбенить. Вот у нас уже два дротика ядовитых. Так, теперь можно у нас лекарства... Так, если с ускорителем... Нет. Нам нужна... Нужно снотворное, вот. Так, ладно.
Тогда мы снова зайдем сюда, возьмем патрончики. Ядовитый дротик. Тогда пока что, наверное, выложим. Так, так, так. И еще один у нас есть. Так, вот, теперь нажмем сорт. Гемостат. Медпак С. Ладно, ничего пока больше брать не будем отсюда. Так, что у нас тут еще есть? Выключенном состоянии экран компьютера. Терминал следит за перемещением солдат, находящихся в этом помещении. В этом помещении? В смысле, наверное, в комплексе имеется в виду. Эти машины контролируют разные программы тактических симуляций. О, прям военный комплекс такой, серьезный. Так, что у нас тут за бумага? Файл данных для брифинга. Прочтете файл, да. Ой-ё, тут что-то вообще смешанное англо-русское. Короче, не, это тяжко будет читать. Ладно. Видеосимуляция плана всемирного размещения оружия. Ого, даже так они знают. Скорее всего, размещение российского оружия, я так думаю. Так, тут ты, парень, да? Так, а нам надо, знаете, куда? Нам надо отпечатки пальцев Пола Бейкера снять. А, это вон та комната. Так, это надо, по идее, снова через сейф-рум пройти. Так, так, так. А, нет, это там у нас сидит Рик. Так, подождите. Вон куда нам надо. Нам надо сейчас пробежать по этому коридору. Давай, давай. Ударься, отлично. Дуралей. Бесит теперь тут. Вот так вот обдурили дурачка. На 4 кулачка. Так, вот сюда нам надо. Сейчас мы здесь отпечатки пальцев снимем. Помните, мы звонили из офиса доктору Полу Бейкеру. Вот он. Работает пейджер. Видите? Соответственно, нам дают понять, что это он. Вы отключили пейджер. Так, и применяем к нему устройство ОП. Собрал данные отпечатков пальцев. Хорошо. Хорошо. Так, а вот давайте еще сюда в ящичек заглянем. Так, ага, у нас тут ядовитые дротики. Аж 3 штуки. Так. Так, так, так. Ладно, больше пока ничего. Так, и теперь нам надо к терминалу попасть. Так, дай бог памяти, где он? Так, это на нижнем уровне, по-моему. Вот здесь. Так, вот. Тут, по-моему, где-то. Так, 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 так. В общем, надо сейчас ID-карту создать с Бейкером. С данными того самого Бейкера, которого отпечатки пальцев мы сейчас взяли. Так. Нам надо на уровень ниже пробраться. Так, здесь мы не пройдем. Ладно, тогда возвращаемся назад. Так, идем сюда. Здесь у нас опять динозаврик будет. Ой-ой-ой. Так, вот сюда нам надо, да, через сейф-рум пройти. И... Так, нет, пока записываться тоже не будем.
Так, и можно сюда вот вниз тогда пойти. Я перед тем, как записывать это прохождение, я игру разочек пробежался, чтобы уж совсем не тупить. И у меня прохождение заняло... Заняло сколько? 13 часов, по-моему, или 12 там. Так. Вот. Регина, что ты там копаешься? Нам нужно доделать дело. Мы нашли Тома. Он погиб. Чертов идиот. Как там все на твоем конце? Я в лабораторном секторе. Доктор прячется где-то здесь. Я вижу лифт. Может быть, на нем я смогу спуститься со второго этажа? Да, сможешь, но не сейчас. Потому что жалюзи закрыты. Так, опа. Я что, зашел опять в ту же дверь? А так вот до прохождения, которое я сейчас делал до записи, блин, я не играл в нее несколько. Так, что-то я заблудился, однако. Не сюда нам надо. Не сюда. Так. Так, так, так. Эти маленькие динозаврики назойливые. О, как они скачут, как кенгуру маленькие. Так, можно же нам что-то я совсем забыл. Мы когда в туалет заходили, там был у нас была вентиляционная шахта. И вот как раз там-то и можно было пролезть. Так, ну тебя нафиг. Ой-ё! Блин, ошибся. Так, тогда нет. Покоцал. Промазал мимо кнопки. Так, вот сюда нам надо. Вот сюда залазим, да. Регина у нас трубопроводных дел мастер, как мы уже это выяснили в одной из предыдущих серий. Она у нас горячую воду уже дала, сейчас включит отопление и вообще все, к зиме готовы. Так, вот, вот мы сейчас прямо спустимся в коридор, который нам нужен, прям вообще в цвет. Оу, парень, нифига себе. Так, давайте... Ага, нету у нас... Так, шлаг-патрон, они, по-моему, помощнее будут. Завалим-ка парня. Так, и сейчас тогда его еще приложим с пистолетика. Он, по-моему, еще не помер. Ох ты, какой... Так. Один раз опять зря выстрелил последний. Так. Так, и опять же нам, по-моему, не сюда надо, а вот, вот сюда. Да, вот. Здесь у нас большой холл. Ну, офис, да. Как раз где мы звонили тогда. Так, где у нас терминал-то? Вот он. Так, приготовим сейчас как раз-таки код, который у нас был. Так, а, нет, надо использовать ID-карту. Так, вот она.
Запуск программы перезаписи данных. Введите ваш регистрационный номер. Так, и он у нас Пола Бейкера 58104. 58104. Есть. Регистрационный номер подтвержден. Введите данные отпечатков пальцев. Введите данные отпечатков пальцев. Да. Введем, они у нас есть. Читаю запрашиваемые данные. Ай. Оп. Готово. Отдел комнаты эксперимента стабилизатора. ID исследователь Пол Бейкер. Перезапишите данные карты. Да, конечно. Видимо, у этого исследователя гораздо более высокий уровень доступа. Данные на карте перезаписаны. Отлично. Данные на карте могут быть переписаны при смене персонала в здании. Мы взяли эти карты. Так, отлично. Отлично. Так, теперь смотрим на карту. У нас что-то где-то должно замигать. Так, замигало. Как раз-таки вот лифт, про который говорила Регина. Так, это нам надо в коридор снова выйти, да? Так, да. Нам надо снова в коридорчик. Сюда. Так, надеюсь, никто не резнулся. Так, и вот, собственно говоря, в эту дверь. Выход, вы гляньте, по-русски написано. Главное, некоторые текстуры перевели, а некоторые нет. Не все как-то. Так, и вот. Вот теперь мы можем этой ID-карточкой открыть вот этот наш лифт. Холл P1. Подвальное помещение уже. Опа, нежданчик. Вот это да. Ух ты, блин, какой он наглый парень. Так, у меня патроны, по-моему, кончились. Да, теперь РЖ патроны заряжаем. Так. Че, умер, что ли? Ой, хорошо как. Мало патронов понадобилось, всего лишь 3. Так, вот мы, видите, попали за решеточку. Файл инструкция по безопасности, часть 1. Прочтете файл? Да, конечно. ЦДК. Электронная система замков в этом здании была обновлена. Была введена более сложная система кодов и уровень безопасности повысился. Примите во внимание данную информацию. Когда будете вводить пароль, расшифровка ключа на числовой основе, часть 1. В случае, когда в поле ключа есть цифры, а не буквы, цифры могут обозначать порядковый номер буквы в алфавите. Вот так вот теперь видите. Например, вот таблица соответствия букв и цифр. А равно 1, Б равно 2, С равно 3. И так далее. Имеется в виду латинский алфавит в русской транскрипции. А, ну это чисто по нашему поводу, потому что игра переведена на русский язык. Так-то С, конечно, нифига не третья буква. Так, на панели указана карта этажа. Записать данные карты. Да, конечно. Вы можете увидеть их на карте, на экране карты. Отлично. Теперь у нас тут будет еще одна головоломочка. Так, и вы что, ничего сюда не положили? Ну как так? Никаких вкусностей, совсем ничего. Ну, что-то грустно. Так, устройство ЦДК, на нем символ L. Чтобы открыть замок, нужен ЦДК, содержащий соответствующую информацию. Есть у нас такая информация. Так, и вот, видите, как и говорилось в брошюрке, пароль немножечко тут усложнился, точнее, головоломочка. Опять же, у нас билиберда написана в коде, и в поле ключ у нас теперь цифры. Ну, соответственно, переводим их в английский алфавит, это у нас получается по номеру букв в алфавите, как было сказано. Соответственно, C, D, E, F, G, E, H. Вот. Я когда проходил, вот перед тем, как перезаписывать, я вот все это переводил сначала на листке у себя в тетрадке на английский. То есть вот нажимал на букву, например, F, смотрю, а она оказывается L тут. Ну, писал в тетрадке, естественно, F. Ну, чтобы знать, что за пароли нам здесь даются. Как я уже говорил, пароли здесь все
осмысленные какие-либо слова, либо понятия. И, в общем, также сначала переводим вот эти цифры в буквы, и потом вычитаем их из тех вот двух строчек, которые у нас даны в коде. И, соответственно, получим мы в английском варианте, естественно, когда есть хоть какой-то смысл, слово лаборатория. Блин, а в русском, видите, совсем не понять, что. Мягкий знак АБЖТЖУ. АБЖТЖУ. Ну, даже что-то звучное, в принципе. Может быть, что-то оно и означает. Болезнь какую-то, например. АБЖТЖУ. Вы знаете, вы сейчас больны АБЖТЖУ. Так, вот мы открыли новое что-то. Смотрим на карте. Да, это вот мы перерисовали с карты на стене. Так, нам надо вон туда вправо в коридорчик пробежать. Погнали, здесь диники есть. Оу! Ага. Так, патронов мало. Их здесь, по-моему, двое. Давайте их пока трогать не будем. Сейчас подождем также, пока они мордой ударятся об... Так, где второй твой друг? Ты один, что ли, здесь? Подождите-ка. Должно быть двое. Ага, вон он лежит. Уснул. Так, вот так вот закрываемся от них. Все. Отлично. И вот здесь еще, видите, у нас один ящичек. Да, штепсель. Здесь, по-моему, два уже штепселя надо, чтобы открыть этот ящик. Так что будьте внимательны. Отлично, патроны. Великолепно. Так, берем патроны. Патронов. Патроны нам нужны. Так, на пистолет. Так, дротик-яд. Ну, дротик-яд мы пока брать не будем. Так. Что у нас тут? Ой, 17, 10 этих, отлично. Ну, вот сейчас, кстати, можно их и перестрелять, потому что нам здесь еще придется пробежать. Эх, друзья. Не в свою эпоху вы появились. У вас уже... Меня даже совесть сейчас, в принципе, не мучает. Вас уже нету в живых, собственно говоря. Так, один готов. Кровище вытекло. Так, второй чё? Ага, не хочет истекать. Давайте его тогда с пистолетика добьем. О! Вот теперь все. Берем снова дробаш. И идем вперед. Компьютерная комната. Так, что у нас тут в компьютерной комнате? Есть что-нибудь съестное? Давно уже что-то ничего не давали. Так, что у нас тут? Файл системы безопасности, часть 2. Ага, еще что-то усложнили. ЦДК система электронных замков этого здания была усовершенствована в очередной раз. Введена более сложная система кодов, которая повышает уровень безопасности. Примите во внимание следующую информацию при вводе пароля. Расшифровка цифрового ключа, часть 2. В случае, если в поле ключа написаны цифры вместо букв, цифры могут обозначать ряд, который нужно стереть. Например, если в ключевом слове есть 2, то вам нужно стереть все буквы во втором ряду кода. Ну, в общем, видите, система с этими... ЦДК, ДДК усложняется постепенно. И вот вы видите, это все, я, как уже говорил, на японском языке у нас было. Когда вот мы с Лехой проходили. Это какой-то был кошмар. Ну, в принципе, с системой ЦДК там достаточно понять основной принцип. Так, отвертку мы пока не будем юзать.
Так, о, еще один штепсель, отлично. Прям заваливают нас ими. О, хотите записать игру? А давайте и запишем. Давненько уже не сохранялись. Поэтому да, тут достаточно разок понять, вот что с чем, и потом уже проще, в принципе, получается. Но все равно, конечно, пришлось попотеть. Так, очередной у нас тут длинный коридор, и слышны рычания динозавриков. Сейчас мы быстренько пробежим вот сюда, в эту дверь. Ха-ха-ха. Вот так вот. Комната встреч исследователей. Очередная большая комната. Исследуем. Так, у нас очередной дедикей. Отлично. Теперь у нас есть пара. 2Е. О, штепсель. Великолепно. Так, дверь. Дверь заперта, но нет места для установки ключа. Ага, ну эта дверь у нас откроется компьютерным способом. Этот компьютерный терминал управляет состоянием комнаты эксперимента. Что-то написано на дисплее. Код замка 7248. Ага, записываем этот код 7248. Он нам понадобится в дальнейшем. Так, добавка другого газа с уровнем ядовитости ниже 30 сможет нейтрализовать газ. Красный газ нейтрализует яд в зеленом газе. Синий газ нейтрализует яд в оранжевом газе. Зеленый газ нейтрализует яд в фиолетовом газе. Помните это при смешивании газов. Ну, прям тут химическая лаборатория. Что-то все разбросано, по-моему, даже кровь есть. Что-то тут произошло. Это журнал исследователей. Прочтете журнал? Да, конечно. Так, Март. Третья энергия. Это система, которая может производить неограниченное количество энергии из воздуха. Разработка этой системы решит главную проблему человечества. Это правда, что система изначально разрабатывалась для военных целей. Но мы участвовали в проекте, так как она имеет огромное значение для нас. Но что-то пошло не так. Военные относятся к нам слишком уважительно, хотя мы разрабатываем просто фундаментальную систему энергии. Я должен узнать истинную цель проекта, пока не случилась беда. Что, интересно, хочет сделать этот пацан? Хм, какой же это пацан? Пирк, что ли? Апрель. Я не нашел никаких разгадок за этот месяц. Он действительно гений. Он узнал о нашем тайном расследовании. Я слышал, что он открыл секретную лабораторию у себя на этаже. Угу. Догадался, что за ним слежка. Единственный путь узнать его истинные намерения – найти эту лабораторию. Июль. В конце концов, Майк нашел ключ к местонахождению этой секретной лаборатории. Он сказал, что спрятал его в нашем секретном месте – библиотеке. Кирк часто встречается с полковником Клеем, лидером проекта в компьютерной комнате. Что же они замышляют? Да, действительно, замышляют они, видимо, не просто гражданский какой-то проект, раз Кирк общается с полковником военным. Так. Что у нас? Решеточка. Смотрите, очередной бокс тут у нас. Отлично. Нас просто нашпиговывают. Так. Медпак, медпак, лекарства. Ускоритель. Так, давайте ускоритель пока выложим. Все равно. Так, теперь возвращаемся немножко назад. Мы получили код. Сейчас мы его введем. Так, вот здесь у нас расположен компьютер, пульт управления. Работает программа управления зоной эксперимента. Автозамок включен. Открыть замок? Да, конечно. Введите номер области для открытия. Так, и вот сейчас применяем этот к
ключик, код 7248. Номер подтвержден, комната газовых экспериментов открыта. Так, и теперь снова идем туда. Так, нет, сейчас не будем сохраняться. Да, я просто вот сейчас вспоминаю, как это все у нас было на японском. Да что ты? Так, давайте еще раз подождем, когда они мордами треснутся. Так, 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 так. А, все-таки всек. Ага. Немножечко покоцали нас. Получи, фашист, гранату. Так, как он прямо тут. Так, ты готов? Готов. Ой, хорошо. Так, представляете, как было сложно во всем этом разбираться на японском, черт возьми, языке. Так, нам надо вот сюда. Ой! Нам не надо сюда. У нас пока нету ничего сюда. Сейчас мы проапгрейдим. Так, пистолет. Это у нас на пистолет апгрейд. Детали для пистолета. И у нас он сейчас прокачан полностью. Теперь он стал с оптическим еще прицелом. Так, нам... сюда. Ну хорошо, мы комнату, в принципе, очистили, но нам сюда рановато. Давайте починимся. Что у нас достаточно покоцали. Так. Возвращаемся теперь. Ой-о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 й. Так. Закроемся опять от этих ящерок. Пускай они там морды себе пообжигают. Вот. Сюда нам надо, на самом деле. Мы открыли вот этот замок сейчас, введя там код. Комната газовых экспериментов. Ух. О, здесь что-то еще положили. Вкусняшку какую-то. Давайте скушаем. Гемостат. Ребята, ну дайте снотворное. Ну что вы. Гемостат. Тоже, конечно, хорошо, но... Так, что у нас тут такое? Бутылки с газом для эксперимента. Три разных вида газа можно смешивать. Ну, наверное, все-таки не бутылки, а баллоны. Оу! Там у нас кто-то лежит, сидит. Так, 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 так. Камера наполнена этим газом, и дверь была автоматически закрыта. А вот видите. Так, сейчас надо тут небольшую головоломочку решить. И желательно не убить вот того доктора. Здесь три кнопки, они используются, чтобы обеспечить доступ газа в камеру. Какую кнопку нажмете? Красная, зеленая, синяя. Ну, давайте нажмем сначала зеленую. Теперь давайте красную, что ли, нажмем. Прямо RGB и синюю. Так, все. На этом у нас головоломка решена. Заходим. Скорее, пока док не умер. С вами все будет в порядке? Что случилось? Это дурак. О ком вы говорите? Что он планирует? Кирк. Со мной команда спасателей. Где доктор Кирк? Вот. С помощью этого вы сможете попасть в его лабораторию. Так, вот нам умирающий док
отдал еще одну карточку. На нем написано число 3695. Большое спасибо, док. Так, забираем. Так, у него еще что-то есть. Да, на нем написано в случае опасности. А, маленький ключик. Ну, тоже найдем ему применение. Так, жалко, конечно, что очередной выживший умер. Но такова их судьба. Ой-ой-ой-ой-ой. Очередной котяра. А-а-а! Злой. Так, давайте мы на нем испробуем ядовитый газик. Ну, нельзя же не побаловаться. На-ка вот, синенького испробуем. Ой-ой-ой, вот так вот. Блин, живодеры, да? Ну, а что поделать? Что поделать? Естественный отбор, что называется. Так, мы взяли ключ, и теперь нам как раз нужно в библиотеку, которой мы только что там Диника убили. Сейчас пойдем опять туда. Так, холл зоны исследований. Снова здесь два чудика. Так, ну давайте, 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 идите сюда. Ну второй, чё тупишь? Так, ну и ладно. Он дуралей. Угу. Так, хорошо, прошмыгнули. Так, главное, чтобы они в дверь не прошмыгнули сейчас за нами. Не резнулся тут денег? Не резнулся, хорошо. Так, смотрим. Нам нужно сюда вставить вот чип-ключ. Используем. Да. И вводим число, которое было на нем. 3695. Странно, согласитесь. Это все равно, что пин-код от карточки писать на самой карточке, да? Ага, здесь еще одна небольшая головоломочка у нас. Ой, нет, ошибся я. Ошибся. Не так надо было. Ладно. Так, вот. Потом две. И вот так. Есть. Перезапись завершена. Хранилище данных 3695. Индикатор был включен. Так, это хорошо, отдали нам карточку. И идем. Нет, не сюда идем. Идем дальше. Где? Вот. Оп. Снова ее же используем. Так. Ой, где она есть? Вот она. На ней написана буква R. Вот мы и получили вторую карточку. Первую, помните, с буквой L на ней мы взяли вот с кодом этим ненавистным, где было Sol и Leo. Ладно. В хранилище есть записка. Прочтете? Ну, конечно же. Дорогой Пол, я нашел ключ к разгадке. Это карта-ключ, которая откроет дверь в секретную лабораторию. Попасть туда можно только сегодня во время эксперимента. Найди другую карту. Она находится в комнате шефа. Вот о чем я и говорил. Я слышал, что секретные коды написаны на ключевой панели спрятанного сейфа. Вот видите, здесь даже небольшая подсказочка есть, как бы, да? Что коды написаны на ключевой панели. Ну да, там как бы можно догадаться, конечно, глядя на панель. Они там как бы перевернутые, нарисованы. Ну да ладно, не суть, мы уже их достали. Теперь, если мы найдем лабораторию, то мы все выясним. Я поручаю это тебе. Удачи, Майк. Вот видите, какие тут козни были между вот учеными. Пол Бейкер и Майк вот какой-то они
Замышляли тут всякое. Чем же таким занимаются Кирк с военными? В секретной лаборатории. Ай-я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 й. Так, сами обожглись. Ну и ладно, ну и ладно. Так, нам теперь нужно обратно. Видите, в этой серии мы как много бегаем туда-сюда обратно. Компьютерная комната. Теперь у нас есть здесь два ключа. Мы их сейчас используем. Так. Хоп. Левый чик. Вам нужна помощь, чтобы открыть замок. Позвать Гейл. Да, здесь нужно прям как... Регина! Я наконец добралась до лаборатории доктора. Хорошая работа. Похоже, чтобы открыть дверь, нужно усилие одновременно двух человек. Держись, я иду. Ну давай, подождем тебя. Так, как обстановка? Вот, возьми. Готово? Хорошо, на счет три. Раз, два, три. Какой он прям врубается так во все. Сразу же понял, куда что пихать. Прям как в этом, хотел сказать, как в Терминаторе. Так. Устройство ЦДК, на нем символы Е. Установить ЦДК, да? Так, здесь у нас, помните, подсказка была еще раз усложняющая все это дело. Вот здесь я достаточно долго сидел над ней, я помню это дело, потому что тут уже цифры, да, опять же, но не нужно их переводить в... Поэтому здесь достаточно сложно было врубиться, что нужно. Так, ну, слово здесь energy. Energy. И ежбу. Ё-моё, что-то неприличное явно. В общем, чтобы было вам понятнее, здесь буквы используются только те, где вот нету, где нету цифр. То есть вот здесь на ряды вот вертикальные как бы мысленно делите вот все, что написано в поле code. И получается, используем те буквы, которые вот у нас, ну, где якобы должна быть шестерка, да, вот видите, ряд. И восьмерка, и десятка. Вот, только эти ряды. И, соответственно, слева направо также у нас будет код. Вот он и получится Energy. Ну, соответственно, если в английский шрифт все это перевести, безобразие, которое у нас там по-русски написано, получается слово Energy. Вот до этого я достаточно долго допирал. Но в итоге все-таки доперли мы все-таки. Ну все, вводим Energy. CDK замок открыт. Так, ну что же, очередную головоломку мы с вами решили. На этом давайте закончим эту серию. И много было беготни. Надеюсь, что вам нравится. Подписывайтесь. И с вами, как всегда, был Скудер. Увидимся в следующей серии. Yeah.